Всем привет. Вот хайджет. Стоит как новенький. Ездит, все в порядке, ничего не ломается. Но сейчас не о нем. Буран 4 ТД. Кто видел ролик на моем канале, где мы ездили в избушку, и когда ехали обратно, возвращались уже домой, у нас порвалась приводная цепь коробки реверса. В общем, когда приехали мы уже в город, я написал две претензии. Одну, значит, я отправил на завод-изготовитель, а другую дилеру. То есть это все по почте было сделано. Ну, завод-изготовитель мне не ответил, а вот дилер мне позвонил. Позвонил мне человек и сказал: а зачем вы написали бумагу? Почему вы сразу не приехали бы? Мы бы вам все починили. В общем, этот дилер звонил мне из Новосибирска. То есть снегоход был куплен в Новосибирске, а находился снегоход в Новокузнецке. Так вот, я ему задал вопрос: а можно обратиться к другому дилеру в городе Новокузнецке, чтобы мне его не везти, как бы в Новосибирск обратно, как бы дальняя дорога, чтобы мне отремонтировали его в Новокузнецке? Но он говорит: попробуйте, как бы, почему нет. Ну, в общем, я позвонил в дилерский центр города Новокузнецка, переговорил с ребятами, но они сказали: ну да, привозите, что, отремонтируем. Ну, в общем, когда я им привез его, начались вопросы. Начались вопросы, потому что пробег был у меня 426 километров. Вот как раз на этом пробеге и порвалась цепь. А ТО, которое я должен был сделать на 300 километрах, в общем, я его делал сам, своими силами. Никуда я не возил, значит, снегоход. Ну и вот у них начались ко мне вопросы: а почему вы не обслуживались? Я говорю: ну а какой смысл обслуживаться? Я говорю: сам обслужил, как бы, я, руки у меня есть, все нормально. Вот. В общем, они сняли реверс, разобрали его, значит, провели дефектовку, сделали фото и отправили уже на завод-изготовитель. Ну и потом уже ждали ответ. Значит, пришел ответ, по-моему, что вроде как они сперва отказали. Мотивировали тем, что якобы я не приехал на ТО. То есть не обслуживался. Ну, соответственно, по их логике я должен был слететь с гарантии. Но потом они там думали. В общем, вся эта история продолжалась очень долго. В общем, в марте я его, по-моему, или не в марте, когда, или в феврале, я не помню уже. В общем, весной загнал, а забрал его летом. То есть он у них простоял там месяца три, наверное. Точно уже не помню, не могу сказать, но очень долго. В общем, через некоторое время позвонил мне человек, ну и сказал, что завод-изготовитель, ну, решил пойти вам навстречу. То есть так и сказали: решил пойти вам навстречу и провести ремонт за свой счет. Я говорю: а как это так? Подождите, почему навстречу-то, если у вас снегоход как бы на гарантии, он у вас оказался таким вот некачественным? Ну, в общем, не будем разгонять эту тему. Ну, смысл весь в том, что согласились отремонтировать. Значит, потом какое-то время ждали вот этот как раз реверс, потому что все вот эти агрегаты, они меняются только в сборе, они не ремонтируются. В общем, пришел реверс, они его установили. Ну и все, я забрал снегоход, как бы, и все нормально. Бензобак, новенький бензобак. Вот здесь вот, где проходит хомут. Вот здесь вот видно, какое расстояние, да, пальцы как бы залазят. И тот бак старый, он был прижат полностью до конца. И вот здесь вот образовался жимок. Здесь, потом вот здесь жимок. Ну, сперва это был жимок, а потом он треснул, этот жимок, и там образовалось отверстие, то есть по всей трещине. Ну, я обратился, конечно, по гарантии, чтобы мне поменяли. Ну, без проблем, как бы без проблем мне поменяли его, но проблема вся в том, что этот бак от двухтактника. На четырехтактниках вот здесь вот заборное, вот это отверстие, а на двухтактниках вот здесь, даже здесь вот табличка есть. Бензина 102, масло и так далее. Ну вот, пришлось трубочку как бы удлинить, шлангочек вот этот. То есть вот такая вот ситуация. В общем, новый бак. Если будете ставить новый бак, не надо затягивать его до конца, иначе та же самая история произойдет.
Давно не заводился. Ну, вроде все нормально. Завелся. Все работает. Так, фары. Все работает, все светится. Четыреста двадцать семь километров. Ну вот представьте, 426 километров снегоход прошел и был разрыв цепи, разрушение коробки. Блин, ну это, честно говоря, это очень ненадежно. Не надо стесняться обращаться к дилеру. Даже если вы купили снегоход и не обслуживаетесь у дилера, а обслуживаете его своими силами, в этом тоже ничего нет страшного. Он также остается на гарантии. Даже если что-то случится, пишите претензию. Если на претензию не отвечают, ну, значит, исковое заявление в суд, будет назначена экспертиза. И они уже должны будут доказать, что это по вашей вине снегоход вышел из строя, либо там порвалась цепь и так далее. Обращаться в суд, писать исковые заявления – это дело каждого. Каждый уже сам решает, что ему лучше, что ему удобней. Но я сегодня зашел на дром, посмотрел, сколько стоит коробка реверса. 63,5 тысячи рублей под заказ. Ну вот представьте, снегоход прошел 426 километров, и коробка, и цепь порвалась. Ну вы же не будете постоянно покупать, такие деньги тратить, правильно? Понятно, что кто-то покупает снегоход и ездит без проблем. Есть и 6 тысяч, я смотрел на YouTube в роликах, там 6 тысяч вроде снегоход проходил, и ничего там у него не порвалось. А в основном-то это болезнь. Это их болезнь, это распространенная проблема, которую никто не собирается решать. Я тоже думал, когда покупал, думаю, ну да, где-то там рвется, но со мной этого не произойдет. Но вот произошло. И я хочу сказать, что нужно мотивировать дилерские центры, нужно мотивировать завод-изготовитель, производителя на то, чтобы он, не знаю, как-то повышал качество, надежность этого снегохода. А иначе, если мы будем покупать и сами ремонтировать эти снегоходы, ну, конечно, зачем это нужно будет? Заморачиваться что-то, ну, человек купит, сам сделает, вот и все. Они не парятся. Вот об этом и хотел я поговорить. В общем, всем спасибо за просмотр. До встречи на канале.